Сегодня Жанна Белоцкая поздравила выпускников школ, которые за годы учебы заслужили золотые и серебряные медали. Торжественное собрание прошло в конференц-зале администрации города. Поздравляя медалистов и их родителей, глава города отметила, что высокие результаты – это большая гордость не только для них, но и для педагогов и коллективов школ, а также для всех жителей города. Она пожелала выпускникам успехов и выразила уверенность в том, что каждый из присутствующих в зале найдет свое призвание, реализует свой творческий потенциал и непременно достигнет в жизни высоких целей. Добавлю, в этом году медали получили 47 школьников. Из них 25 золотых и 22 серебряные.